سلام علیکم بینندگان ارجمند و این فرصت میگذاریم به بخش مصاحبه کارشناس دائمی برنامه شهرت جان ابراهیموف مهمان ما هستند سلام علیکم و علیکم السلام خود را معرفی میکردید شرط اول من است شرط اول ها شما رو نمیدونید من باید به شما خود را معرفی کنم من هم مانند بعضی تماشاگران هستم که نو با ما پیوستم رحمت رحمت سلامت باشید السلام علیکم تماشاگران Дорогие друзья, я Шухрад Ибрагимов, коуч, тренер, практикующий психолог и автор вот этой прекрасной книги «В гостях у Всевышнего Господа миров», который на сегодня, можно сказать, отвечает на 28 насущных вопросов. И в данный момент книга продается во многих магазинах города, в частности, магазин «Дофина» напротив дсаф на 2с квартали магазин арбат на перекрестки коператор магазин ганжина книжний магазин на противстадиона и в малинки книжних магазинах на стармгорадионас панҷшанбе патаргом центром абдулазиз саломат вот бошед бинандагони арҷманд пеш аз он ки ба мавзӯи барнома оғоз кунем мо ба нақша гирифта будем ки моҳе як мавзуъро муфассал мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем моҳи гузашта мо доир ба уобамуносибат суҳбат карда будем ин моҳ мо суҳбат мекунем доир ба ҷаҳони ботини инсон хеле мавзӯи мураккаб аст пешниҳоди шумост мо дар андеша ҳастем ки аз ҷаҳони ботин аз шумо чӣ пурсон шавем саломат бошед вале чн пеш аз он ки ба мавзӯъ оғоз кунем дирӯз яке аз ҷашнҳои муқаддас бутӯзи модар ман як чизро пурсон мешудани ҳастам як савол дорам бисёр нафар мардон ба ҳамсари худ андеша мекунанд ки дар ин рӯз чӣ тӯҳфа кунанд умуван аз нигоҳи шумо кадом тӯҳфа беҳтар аст барои зан модар И да, 7 марта все мужчины задумаются об этом, что подарить своей жене, своей маме. И я также в своей группе написал, что самый лучший подарок для нашей прекрасной половины это обещание того, что в следующий год мы будем лучше. Естественно, каким бы ни был подарок, подарок, естественно, найдет свое место, но все же... К нашей прекрасному а, слабой половинке, прекрасной половинке, это лучшее, что мы можем дать, это свое отношение. Это свое лучшее отношение, а, свою любовь, свою заботу. Независимо от того, это мама, это сестра, это жена, а, самый лучший подарок это мы сами в лучшем виде. То есть а, мы в лучшей упаковке, скажем так. Поэтому я порекомендовал все которые меня спрашивали, Муалим, что подарить, я сказал, подарите себя. Подарите себя в лучшей упаковке. Обещайте, что вы в следующий год будете лучше, будете более заботливы, более внимательны, более милосерднее, более мягче. И вот этот подарок, на мой взгляд, сугубо на мой взгляд, был бы намного лучше, чем те вещи, которые, ну, скажем так, в определенное время потерять свою ценность. Конечно, цветы. Цветы – это немаловажный фактор. Все, кто любит цветы, уже говорят о том, что этот человек красив как внутренний, так и внешне. Потому что цветы – это отражение любого человека, внутреннего его мира. Когда выбирают цветы, можно по тому, какой мужчина какие цветы выбрал, можно оценить его внутренний мир. Поэтому мы сегодня взяли за основу, что этот месяц будем говорить о внутреннем мире человека. Это очень такое довольно философское размышление. Скажем так, затронем довольно тонкие психологические темы. И надеемся, что вы нас поддержите, вы будете задавать соответствующие вопросы, чтобы мы находили соответствующие ответы. Саламат я не что бядҳамарӯза бошадамарӯза бошаддада именно то что може исползоват каждый ден в тчени ело года ва санаи 8 март давраи ҳисоботдиҳ отчт с8 марта 2020 года м отчитаемся каки ми были за 201 год саломат бошед ташаккури зиёд бинандагони арзманд ёдовар мешавем мавзӯи силсиласуҳбатҳои мо дар моҳи март хоҳад буд доир ба ҷаҳони ботин мегузарембевосита сари масала ума аони ботин чист дар ботини мо чи аоне аст да начнем с моего любимого высказывания которые я прочитал от жалолудин руми я часто его цитирую именно вот это высказывание муборизмне часто рекомендую чтобы начал пересматривать наших предков и брал больше примеров от наших предков, я буду стараться, сделаю это, дай Бог, иншаллах. Джаулдин Руми сказал, окунитесь во тьму, чтобы увидеть свет. Окунитесь во тьму, чтобы увидеть свет. Ба джагони ботыни худ, ба худ на назар кунет, тоники рюшени робинет. То есть во тьму Имеется в виду, окунитесь внутрь себя, посмотрите в себя, что вы есть на самом деле, кто вы есть на сегодня. Просто на время остановитесь, закройте глаза и задайте себе вопрос, кто я, что я себя представляю, что я даю в первую очередь своей семье, жене, детям, родителям, родственникам, что я даю своим соседям, своему обществу, своему народу. Что я даю? В чем моя ценность? В чем мое предназначение? В священном Коране э, приведено, когда э, нашего Пророка спросили, что такое справедливость? Что такое справедливость? В священном Коране э, приведена сура. Справедливость – это справедливое отношение к себе. Справедливость адолати ин адолат. Адолат ин бахудра кардан А что значит справедливость к себе бахуд рафтор кардан справедливое отношение к себе означает найти свое предназначение То есть мы должны найти себя в этом обществе в чем мы лучше других в чем мы лучше себя что мы можем делать так чтобы оно приносило пользу и вот этот как раз таки первый шаг, когда нужно делать относительно внутреннего мира человека, чтобы мы нашли свое справедливое отношение к себе именно через нахождение своего предназначения. Как можно перевести предназначение? Батоджики, хозяр, тарджима кардам, исатдарёфти рисолат ана раматадолат ва рисолатабаттато что мы к чему мы предназначены это есть справедливое отношение к себе а справедливое отношение к себе это есть справедливость в общем значениии ботнчораони ботин внутреннийми Uh, если говорить физиологически, это не то, над чем мы будем работать. То есть физиологически yes. это там внутренние органы, это, это не главное. Главный внутренний мир – это то, что нам дано сознание. Mm -hmm. mm -hmm. Тафакур, -акл". Тафакур Акл. Нам mm -hmm. дано сознание. Вот это сознание и является нашим внутренним миром. Когда uh, задают вопрос нашим предкам, нашим выдающимся учителям прошлого, суфиям, когда им задают вопрос, что означает внутренний мир и насколько он велик, ответ не заставляет себя долго ждать. Внутренний мир намного больше внешнего мира. То есть, то есть внешний мир ⁇ это то, что видят наши глаза. Внешний мир ⁇ это пределы нашего зрения. Пределы того, что мы можем видеть. Вот здесь внешний мир ограничивается этой комнатой. Это и есть в настоящий момент мой внешний мир, потому что дальше этой комнаты я не вижу. А что внутренний мир, закрыв глаза, я могу очутиться на Паншамбе, универмаге, в городе Душамбе, в Москве. Да, там... Мохтоб, Марс. Мохтоб, Марс, за пределами нашей Вселенной, космос. Мы можем заглянуть намного-намного глубже. Почему? В каждом из нас есть ДНК. Это та маленькая, скажем так, молекула, которая содержит информацию всех наших предков. Всех наших предков. Говорят, если вы хорошо задумаетесь, вы можете вспомнить семь ваших поколений. То есть оно уже записано в нас. Если окунуться внутрь себя еще дальше, можно дойти до нашего праотца Адама первого сотворенного человека великим создателем, великим творцом. То есть это говорит о том, что внутренний мир намного велик, чем внешний мир. И нет-нет, останавливаясь, заглянув в себе внутренний мир, мы можем открыть много прекрасного, много красивого и много того, что ответит на наш вопрос, в чем наше предназначение, в чем смысл жизни, почему я здесь и что я делаю. Вот в этом главная, скажем так, суть нашей темы внутреннего мира. Надеюсь, дальше мы будем более конкретно детализировать и, думаю, все в этой области, на эту область мы будет массовой ассоциивать бунюдиро, все в этом году, по сезон бе воста, в эти дар рус горчику на извода бурдаго халынди. Албатта, ҷаҳони ботин чи тавре гуфтед хеле ҷаҳон астн воқеан аоне албатта ҷаҳони ботини мо чиро мо аз парвардигор офаранда ба мо мерос гузошта шудааст дар ҷаҳони ботини мо ва чиро мо худ ба даст оварда метавонем дар ҷаҳони ботин саломатбошед Господь Аллах, Творец, Создатель, дал нам сознание. заковат, Фаму Фаросот Шуур. Дал нам сознание, но дал нам выбор. По-моему, Интихобду Дал нам выбор, чтобы мы выбирали свой путь и нашли свое предназначение. Аллах дал нам сознание, дал нам тело, дал нам способность дышать, употреблять пищу, справляться. Все это есть. А теперь, что мы можем приобрести для себя? Вот в этом плане Господь нас не ограничил. Он не загнал нас в коробку, говоря, вот это ваша коробка, вы не имеете права вы не выйти ни туда, ни туда. Нет. Он дал нам расширенный мир. Он открыл нам десятки ворот, десятки дверей и сказал, выбор за вами. Делайте все, что угодно, все, что вы хотите, но Основывайтесь на вашем сознании, основывайтесь на нормах морали, этики, эстетики, культуры, нормы отношения. Выбор за нами. Если э, посмотреть просто, так, скажем так, современным взглядом, то определенные законы ограничивают нас. Не убивай, не воруй, э, не прелюбодействуй. То есть есть определенные законы, но есть нормы, которые заложены в нас самих. Вот эти нормы, насколько мы будем их использовать, уже в наших руках. Мы имеем правила, но использовать эти правила или нет, это в наших руках. Поэтому сегодня кто-то убивает, кто-то более милосердный. Кто-то ворует, кто-то заботится. Кто-то плавает, кто-то ходит. То есть в сознании есть, что сделать. А сделать или нет, в наших руках. аукааихсаломат бошед бинандагони арманд ёдовар мешавем суҳбат дорем бо коршиноси доимии барнома шӯҳратҷон иброҳимов оиди мавзӯи ҷаҳони ботини мо ҳама чиз ба мо ҳадя шудааст танҳо интихоб аз мост барои интихоб дуруст будан чкоркунем Вот это тот вопрос, на который не все могут ответить. Что сделать, чтобы выбор был правильным? Во-первых, разберемся, что такое правило. Правильное основано на слове правила, которые придумали мы, люди. Есть слово верно, которое основано на вере. Вера дано свыше. Либо мы верим во что-то, либо не верим. Когда на, дядя нашего пророка был при смерти, и наш пророк сказал, дядя, признай единственного Бога. Признай единственного Бога и Мухаммада, как пророка Его. Его дядя сказал, не могу, не могу, ибо веры нет во мне. Наш пророк удивился, почему нет веры в тебе. Он сказал, Аллах не открыл мне веру. Он не дал мне веру. И в этом плане в священном Коране сказано, вера дается только мною. Ну, то есть такой, скажем так, не дословно, а смысл. Вера дается мною. Ибо тому, кто я дам веру, будет верить. Тому, кому я не дам веру, не будет верить. То есть сегодня есть моменты, когда люди говорят, я не верю в Бога, я атеист я его не вижу, значит его нет. В этом плане священный Коран твердо говорит, если я дам веру, он будет верить. Если не дам веру, не будет верить. Поэтому, если у нас есть вера, мы верим, и мы создаем правила. Правила – это, скажем так, дуньяви, светское, то, что мы сами создаем. Мы создаем правила там, культурные, правила моральные, какие-то обычаи, традиции, это дается человеку, исходя из своих соображений. Нам дано вера свыше, но мы создаем правила. Вот следовать этому правилам и следовать этой вере, опять же, за нам, за нами, за выбором. У нас есть вера, у нас есть правила, но использовать их или нет, опять же, остается за нами. То есть, повторюсь, выбор. Выбор самое трудное, что дано человеку. И насколько он будет выбирать правильный или неправильный путь, основано на его сознании. Шуурноки одам. Агар шуурноки одам, человек говорит, солим бошат, вай интихоби дурус мекунат. Агар шуури одам солим на бошат, интихобаш Естественно, когда человек совершает какие-то преступления, первый вопрос задается – Насколько он дееспособный? Насколько он... А, друст, касавный... Солимаст. Солимаст, есть такое понятие в уголовном кодексе. А, забыл. Дееспособный. Но тот, который отвечает по своим действиям, то есть он является а, не умственно отсталым, а, а здоровым человеком. Первый вопрос при совершении любого преступления, насколько он здоров? Может ли он отвечать по своим действиям? Насколько он адекватный? Да, адекватный. адекватный. Когда говорят со стороны медицины дается справку, что он вполне здоров, что он вполне адекватен, когда он совершал это преступление, он был в сознании, тогда начинается суд. Поэтому, если у нас здоровое сознание, мы имеем право, то есть мы делаем правильный выбор, правильные действия. Но если у нас нет сознания, это уже означает, что мы нездоровы. Мы не отвечаем по своим действиям, мы неадекватны. Это уже из области психатрии. Uh -huh. Надеюсь, uh -huh. Да, Надеюсь, что uh -huh. зрители понимают, да, о чем мы ведем речь. Немножко uh -huh. сложноватая тема. Но все же, постепенно-постепенно мы его раскроем. У нас впереди целый месяц, не волнуйтесь. Да, да, да. Если вы хотите, чтобы кто-то хорошо относился к вам, вы относитесь к себе правильно. Хорошо? То есть, делайте то, что хотите получить от других. Дословный mm -hmm. перевод. дуруст ҳар чизеро ки аз дунё дидам мехоҳед сарват обруу эътибор нуфуз ҳама дар худи шумо ҳаст аввал ки худомо нишон диҳем баъд онро мебинем чи хеле ки равоншиноси муосир мегӯяд он тамаддуне ки он обшитон ҷомеае ки шумо менигаред ин нигоҳи худ дар оина дар оинаи нилгуни зеркалаоа оинаоинас отражение. Если вы хотите, если вы даете оценку обществу, это означает, что вы даете оценку себе. Вы смотрите себе в зеркало. Если мы говорим там, кто-то плохой, кто-то там некультурный, кто-то необразованный, и мы это видим, значит, мы допускаем необразованность и бескультуры от себя. То есть в человеке мы видим свое отражение. Если я скажу, что Мубори сегодня там, плохо смотрится, это означает, что я плохо смотрюсь. Это означает, что я пришел не с тем настроением, я пытаюсь свое настроение наложить на него. Поэтому современная психология говорит, когда вы смотрите на кого-то, в первую очередь вы видите свое отражение. Когда вы накричите на кого-то, это означает, что вы кричите на себя. Сперва успокойтесь, сперва задайте себе вопрос, что я делаю какой будет обратный эффект, как на это среагирует оппонент, тот, который я говорю, и потом только начните разговор. То есть все наше окружение есть наше отражение. И это сегодня, как никогда, кстати, происходит в нашем обществе, когда мы ругаем всех подряд. Только не себя. Только не себя. Мы даем всем оценку, только не себе. Мы хорошие, мы прекрасные, мы красивно почмута обесво все нихороши это неправилно конечно саломат бошед инсон низ ҳар як инсон низ ман фикр мекунам ки як системаи хеле мураккаби зинда ҳасте аст ки як маҷмӯи кулли амалу ҳаракату неру ҳаст чун мо чунин маҷмӯъ ҳастем вақте дар паҳлуи мо инсони дигар меистад ҳангоми муошират ҳар неруе ки бо забони русияи энергетикаи излучения томаи излучаем томаипалуа албатта томаи получаи албатта бинандагони арҷманд ин навбад фурсати мусоҳиба ба интиҳор расид